могу понять, как ты научилась скорости переключать левой рукой? Так удобно, удобнее, чем правой, believe me. Да? Какие прелести, а? Ой. А то. Посмотрели налево, там ослик на передних лапах стоит. Из бременских музыкантов, видимо. Ну, видимо. Осел – это символ Гензы. Они, да, они себя все считают осликами. Видимо, Даня на Гензе родилась. Потому что Дани любят. Искусственные, но как настоящие. Мне вот иногда нравится, по-моему, такое. Вообще для дома красиво искусственных таких накупить, можно композиции сделать. Что это, Лен, такое за шарики? Вам накидаешь, они первые. А, манго. А эти просто воняют. Ну, это же бабушка. А это, смотри. А эти же мыла, они супер натуральные считаются, да, там, отварены? Только не пахнут. Все мои кактусы, смотри, мои кактусы. Это только кактусы. Я уже поняла, ты любишь, да? Очень. Компьютер уставить, чтобы поглощали плохую энергетику. А это все настоящее, чем там. Ты видел такой кактус? Когда-нибудь? Нет. Мои любимые кактусы. Сто фунтов? 99, да. Ой, боже мой. Ну, вообще, он, конечно, какой-то прикольный. Очень прикольный. Ну, если бы я, наверное, тут жила, может, я и купила бы за 100 фунтов кактус. Наташа, идем, я тебе покажу. Пошли. Ценную. Пойдем, пойдем, покажи мне. Да. Только, по-моему, композиция сменилась. Ну вот. А что это за подушка? Под двери подставляешь и не тянет из-под двери. А я бы ее под шею подкладывала. А я бы тоже под шею положила. Для шеи надо в два раза больше ее. Ну, 25 фунтов. Вот, кстати, вот эти хорошие штуки. Очень. В них, если ты запекаешь, это тандыр, тандур, тандыр, тандыр, по-моему, называется. Тандыр, тандыр. Ну да. А маме твоей на стуле вот такие подушки нужны. Видишь, к стулу привязываются. А у нее лежат какие-то коврики. Посмотри, какая. Не какие-то коврики, а мамины любимые коврики. А вообще интересно, смотри, а как этот шарик двигается? Вот посмотри. Он вообще на весу. Ну, а как так может быть? Не знаю. Но он же не привязан, он нет, просто... Он ну, вообще двигается. Он двигается по принципу мясорубки, видишь? Ну хорошо, но он же поднимается вверх и вниз, а вот эти вот два... А это я не знаю. Но это классно, да? Да, обалдеть. Слушайте, а тут и крышка есть. Смотри, если плова, сколько здесь? На день рождения наделал? Так, хорошо. А хватает вот такой скушать? Ну а с другой стороны, ну что, ну пришел ты в магазин, ну хочешь ты кушать, пошел прямо в магазин и поел. Ах, это картошка с начинкой. Бекон, сыр и картошка. А, в картошке запечено, да-да-да-да-да. Ну что, сытненько, да? Это все для псов, начинается твоя зона. А-а, у меня же натуралку он ест. Ошейник я заказала мачуське из кожи на Али и все. Или на eBay, я уже не помню, где заказывала. Представляете, сколько я мачо заказала игрушек, а он играет только с носками. Я решила, что на дни рождения, Новый год, я ему буду яркие дарить, новые. Но их сначала надо поносить хотя бы день и не стирать. Тогда ему нравится. Мешочки какать. Слушайте, а мы-то
Да, да, этот, ну, ты должен убрать. Вот можешь со своей собачкой так ходить, убирать. А что это такое? Это для птичек. Поилочка для птичек. Насыпал им кормик, они как бы к тебе прилетели, да, поклевали. Уверена? Да, вон. А, да, для птичек. Ну, да. Смотрите, девчонки, какой большой пакет с орехами. Слушай, я вот все время думала. Они арахис? Съедобные. Конечно. Конечно. Они же съедобные. 44, это же на... до конца жизни. То есть, когда ты переедешь в дом, ты будешь здесь закупать все? Обязательно. Ты не доверишь сажать людям? Ты сама будешь отбирать, да, тебя? Ну, отбирать буду сама. Ну, а там уже с садовником договоримся. Это лаванда? Да, судя по тому, что... Да, лавендула. Дула. Если учесть, что тут практически все живут... Ну, все же живут в домах. Ну да. То... Не, ну в квартирах тоже. Но все равно сколько можно как свой сад, да, обустроить? А мне, кстати, нравится, когда вот так в ведерках посаживают. Пламены пахнут. Бери 3 штучки за 6 фунтов, да? Да. Это мне уже Люба перевела. Вот Анютины глазки какие классные. И сколько их тут, слушайте. Пошли вовнутрь. Угу. Как это вовнутрь? Ну, здесь. У тебя еще и с другой стороны глаз. Вот, кстати, то, что у бабули стояла герань. Угу. Она выделяет эфирное масло, которое помогает женщинам вырабатывать женские гормоны в организме и отгоняет нечисти. Почему всегда в старину стояла герань? Акция 8 фунтов. Примерила на спортивке, но это ничего. Говорят, надо брать. Конец лета. В общем, берем. Потому что собираемся в океане покупаться, надо в чем-то таком легеньком. Хоть и на спортивке, но мне нравится. Сладкий. Thank you. Нет, я невозможно привыкнуть к такому движению. Что невозможно? Ну, к такому движению. Мало того, что я сижу слева, так она еще и зеркалом по всем этим почти едет. Тебе предлагали сесть назад. Слушайте, и однозначно, конечно, по таким улочкам ты даже чуть выпивши не можешь ехать. О, это кто? Это ты не можешь. А некоторые могут. Нет, я как раз таки могу. Но учитывая, видимо, что здесь ты все время рискуешь каждый сантиметр, как пока едешь. Это дом престарелых. Вот это? Угу. Вот это здание. А это детская площадка. Да не до детской площадки здесь. До детской площадки. Дом престарелых. Да. Это они в таком замке живут? Ну не все, как говорится, все, кто влезли, тут живут. А я не могу понять, но это же не заповедник, это просто так растет, и все? Да. Но никто не жрет. Слушайте, но из них же и удочки можно делать. Просто бамбук в городе. Но он тоже, кстати, интересное решение. Я уже начинаю забывать, что мне дома было неприятно. Так. Это хорошее ощущение. И куда мы едем? Мы едем вот сюда. Как пахнет? Парафином, да. Вот это можно сделать сама. Красиво, да?
Но это не все ручная работа же, да? Конечно. Тебе надо девочкам в подарок что-то выбрать, свечи такое. Подождите, это все свечки? Абсолютно. Слушай, ну как сделано красиво. Угу. Это вот этот дяденька старенький вот это все делает? Ну, наверное, тут еще какой-то. Вот, хороший подарок для это, свекрови, нет. Тещи, если вести, нет? Угу. О, Любочка, твоя тема, смотри. И зайки. Чихуашек нету? Мне кажется, я хочу чихуашек собирать. Нету. Вот сегодня смотрели. Смотрите, какой вот этот хорошенький. Свечка. Ну какая красивая, правда? Жечь зажалко. Ну что, вот это тоже, да? А, ну да, фитильки есть. Ну сложно просто поверить в то, что это свечка. Нету. Слушай, ну она как настоящая вообще. Обалдеть. Слушай, она же долго гореть будет, такая свечка? Да. Классно. Лена? А что потом обрезают ее, да? А снимаю? Только я руки сниму. Получается, мы едем не на море, мы едем куда? На море едем. Но это океан? Это же не море? Это океан. Какой? Атлантический. Мне непонятно, как можно оставить машину на ночь, в ней лежат личные вещи, например, там не закрыть ее. Или там пойти в магазин, не закрыть ее. Хорошо. Ты угонят машину. А куда они ее погонят? Это не амфибия, у меня нормальная машина. По океану не проплыть, да? А на острове найдут? Ну, покатаются. Ну, хорошо, ладно, не угонят. Но ты не боишься, например, вот ты там оставила там, вот там, не знаю, там, сетку там с чем-то. И не боишься, что тебя там откроют, заберут? Нет, потому что они ее не сбудут. Сбыта здесь нету, здесь рук никто ничего не покупает. Даже если я принесу бриллиант, маленький француз, и скажу, что это за 1000, меня его никто просто не купит, понимаешь? Потому что здесь первая мысль – украдено. С рук ничего не купят. Поэтому машину оставляю со всем, чем есть. Ну, остров – это как английская колония или как? Нет. Вообще? Нет? Вот эти Нормандские острова, они не принадлежат ни одному государству. Они принадлежат английской королеве. Лично одному человеку. Если завтра пойдет монархия Великобритании, то мы будем ничейные, сами по себе, как в проруби. У нас свой флаг, свой гимн, своя конституция, свое законодательство, свои деньги. Какое государство может себе позволить самостоятельно печатать деньги? Хорошо, а какие у вас деньги? У нас наши фантики гензельские. Фунты. Ну. Они приравнены к английским. Но фунты эти только работают на острове. То есть в Лондон с ними ты не поедешь? Нет, конечно. На Джозе еще работают они? Ну, по всем Нормандским островам наши фунты будут работать. В Англии уже нет. До свидания. Хорошо. То есть от твоего дома сколько получается до воды ехать? 10 минут? А что-то я не видела, а общественный транспорт где? Ходят автобусы, но они по расписанию, поэтому туда-сюда ты их, конечно, не увидишь. Ну и, естественно, глупый вопрос, что школьные бусы существуют, детей собирают, развозят. Конечно. То есть дети сами на транспорте в школу, как у нас, не едут?
до 12 лет ребенку одному передвигаться вообще запрещено. А вот тебе и автобус. Вплоть до того, что родители будут наказаны или посажены в тюрьму. То есть до 12 лет обязаны сопровождать ребенка. Кто-нибудь из взрослых обязан. Но чтобы облегчить родителям жизнь, сделали эти школьные автобусы. Ребенка довозят до его остановки рядом с домом, и кто-то из взрослых на этой остановке уже стоит, ребенка ждет. Ага, понятно. А вообще мне начинает тут нравиться. Я теперь понимаю, почему вы живете. Конечно. Здесь тихо, спокойно, здесь нет никакого экстрима. Здесь нету криминальная обстановка отсутствует на 100%. Здесь самая большая провинность. Я даже не знаю, какая. Ну, по морде друг другу дадут. Ну. А что, еще и дают? Да. Но самая большая провинность – это ехать за рулем с мобильным телефоном. Тут тебя сразу. И, конечно, пьяный. Права отбирают, штрафы абсолютно вообще немеренные. Ну, хорошо, какой штраф? Вот заберу. Первый раз ты платишь 800, и от тебя забирают права на 3 месяца. Всего лишь месяца? Да. Второй раз у тебя забирают на год права, ты платишь 5000. Все, я говорю парео. Что, серьезно некуда? Сюда вот место, смотри, только проехала. Ребята, а как же так? А вот там встань или там нельзя? Хорошо. А из-за чего, например, у вас такая теплая вода? Гольфстрим рядом. Но вот эта грязька, это что накидано? Камушки? Это камни. Причем уже бросшие. Это уже с момента возникновения острова. Коническая порода. Они даже не передвигаются. Нужен отлив или что? Нам все равно, лишь бы можно было ногами вот на пляж ступить, иначе хоть ныряй. Я тоже попробую. Ну что? Будем купаться? Это сколько градусов вода? Говори. Сейчас, наверное, может быть градусов 18. Ну, видимо, когда погода вообще супер, тут все, наверное, в этих. Здесь очень много каяки. Они на каяках выходят сюда, что выйдут с каяками. Каяки это типа стоишь, гребешь? Ага. Вон желтые. Да? Не желтые, вот эти, которые стоят, да? Нет. Вот именно вот те, да? У них такая, давай. А, вон, кстати, поплыла. Да, это каяки. Давай дуй в воду и дай нам камеру, мы тебя поснимаем. Сама дуй воду. Я пойду в холодную. Она не холодная. Когда сейчас заходишь, вообще теплая. Атлантический океан! Атлантический океан! Вода, парное молоко! Сначала страшно. Знаешь, как тепло? Сейчас немножко постоишь, ноги привыкнут, не выудишь тебя из воды. Надо Мы с тобой были в Атлице, было хорошо. Но у русского человека схема одна. Холодная, не холодная, но ты понимаешь, должен идти в воду рано или поздно. Потому что навряд ли здесь будут места общественного использования. Ты сама себя снимаешь. Да, конечно. Всем привет! Всем привет! Всем привет! Ладно, пойдем искупаемся. Мне кажется, не только Таня, ты тоже сегодня получишь. А за что? А не за что, просто так. Для профилактики. Главное, как говорят, яйца замочить. Дальше легче. Ну давай, баба села на горох. Я буду постепенно по одному яйцу замачивать.
Сейчас получишь, молчи, несчастная. О, горе мне. Молчи, кому я с ней покупаюсь, потом отнесу при... Молчи! Вода кипяток! Вода кипяток, пусть Наташа купальник берет. Мама, ой, бери купальник, Лена сказала, вода кипяток. Молчи, ты тоже. Так, иди. Я продвигаюсь потихоньку.